Сити. Эко-зига. 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 Дай флешку. Окей. Ну, смотри, мне вообще калюны. А инфу можно, не видишь? Где-то там. Где-то там. У нас эти лаз, погоди. Придурок. Я отвернулся цветовой контик. Зачем? Просто планти. А, калаш. Как Вася бывает, ты должен записать видео, как ты стену, мышку в стенку кидаешь. Нет, вроде не. Флэш даю новым. Зачем? Не надо. Я даже не в чат говорил, но все понял. Да. Им. Ты молодец у нас, давай. Мышка, у тебя там коврик типа 2 на 2 сантиметра или сколько? У меня, во-первых, чувствительность низкая, во-вторых, мышь говно. Ну, как бы мышь, ну, резко можно при зажиме не отпускать. Кто такой? Синий тоже молодец. Ты понимаешь, он стоял секунд 5, выбирал гранату, из двух гранат. А потом кинул так, что сам себя оплошил и сдох из-за этого. Урок, как красиво покончить с собой. 16-0 не будет. 1-9, изи, пишет. 1-9? У кого? У нас. Лол. А, ого. Чё, конечно, пацаны ходят один, здесь сюда. Чё там за сепаратисты у него орут? Есть один. Можно инфу давать? Я в него смог кинул. Попал? Прикинь назвать себя в стиме Пикачи и пользоваться Зевсом постоянно. Ну так-то да. Все-таки умею запрыгивать. Зря умею запрыгивать. Так я на ящик, это главное. Кто свечит? Ебать, Молотов мастер. Ты видел, как его туда закинула тетка? Вообще. Ой, сейчас надо спрыгнуть. И Вася, сейчас убивают еще. Вася жухает. Ты ему, знаешь, так вышел, помахал и ушел. Ты придурок, никак. Я думал, он тупой. Смотри, я такой вышел, с гранатом как типа махаешь. Ушел. Я на Б, короче. Я на Б, короче. Я в начале, а потом им. Я в начале, а потом им. Я в начале тебе, а потом им. Кота. Блин. Ну муха, блядь. Что муха-то? Муха и пугай его, давай. Пугай его быстро. Ну не такими же, блядь, и не сейчас. Убегай. Зигу смотри. Иди нахуй. Ладно. У нас там два человека стоит, давай третий посмотрит. Может он туда тпшнется. Давайте мозги в голову тпшнутся, блядь. Вася выше меня! Главное выше, блядь, два раза! Притом да. Фраг на один больше. Три ассиста! На три ассиста больше! Да. Бомбу ставит, сука, как просто как шалькаида какой-то! Шалькаида! Ой, он всем все взорвал! Вот это хорош! Ну да, ну Вася, ну да, ну есть инфа! Вася хуй сосать будет! Я не там прицел держал. Тупой это! Блядь! У меня же монитор выключился от этого, он не хочет это показывать. Хуй. Это было заклинание, я должен был его прострелить. Не прострелил. Я тебя сейчас ебану, блядь. Ой! Сори, ты прыгнул, блин, не туда, куда надо было. А зачем стрелять-то? Так я под ноги, типа, ты танцуешь. Зачем? Танцуешь. Зачем? Ты победил. Зачем? Ты победил. Нахуй ты. Выйди, убей там Юсп. Чё? Паника! Паника, Вася, не знаю, что так. Какая паника, просто А у меня еще... Пилка на что? Как? Не знаю, как-то в ручку. Да, блядь! Че не стрельнул? Я забыл! ГХ, блять. Посимон пишет ГХ. Покемон. Посимон 228. У тебя это русский не развитый школьник, это только Посимон, знаешь? Них, зачем мне ставить не беспокоить? Ибо я так, блять, хочу.
ты не такой смешной, как Кузя. Иди нахуй. Реально вокруг меня как будто огонь и все. Типа у меня сейчас звук был, как будто у меня огонь вечный постепенно вокруг меня. Вечный огонь. Ветераны. Дресня. Как ты смеешь бегать по огню ветеранов? Ты что, фашист? Огню зажжённого ветеранами, да? Разведённым на их прахе. Ты дурак вообще, тебя за это забанят. О, у меня 0-1-0. Просто чувак пацифист. Ты, блядь, Вася, ты заебал меня уже. Я тебя не стопил. Давай сольёмся с тобой! Желтому вообще похуй на скрытность. Он просто... Бррр. Инфа, брррр. Если он сейчас вытащит, то я носки съем. Нет, не съем, ладно. Зачем он выбежал? Ты сидишь, копошишься на Б, бомба на А, скажи мне, это нормально? Копошишься. Ты просто перед типом пропинал, и ему в бан все равно прилетело, именно ему. Голова. Какие дрова, блядь? Какие дрова? Голова, я сказал. Дрова! Голова! Я сказал голова. Дрова, дрова, убивай, дрова! Не кидай только ничего, ладно. Стреляй по нему. Кинул только свет. Не-не-не-не-не. Привет, сука. Угадай, у кого из врагов моя фотка. Ахаха, Вася. Ахаха. Там враг. Где там-то, блядь? О, привет. Как меня бесит то, что меня убивают. Ой, привет! Я вообще что-то по карте летаю, что-то я убиваю. Я умер в каждом раунде, заткнись просто. Что-то я сейчас ушел рандомом, убил одного, нашел что-то как-то в рандомом второго, что-то как-то третьего подождал. Что это сейчас за дерьмо было? Курица, иди сюда, блядь. Блять, заебался ему великими шутками. Ой, 50 хп. Я правда не мог ни влево, ни вправо. Мог. К сигаретам. Ну зачем нам помогать? Мы лучше посмотрим на Диву, конечно. Я убил. Это враг. Это еще враг. Два отрубая их, ну короче. И там еще кто-то. Придурок жирный, блять. Ты видел это дерьмо? Я видел, что он вышел на врага и умер. Минус 51 он дал, чё, серьёзно? Я снял 31, он 51, а ты сколько? Если он ещё жив остался. Просто успокоил, блядь. Он купил его! Давай за ним пойдем, посмотрим. Давай, у меня как раз оружия нету. А ну, пойдём. Миссия выполнена, пойдем. Вообще просто лучшая миссия ever. Подождать, пока Тим сдохнет, забрать его профит. Сука, вы себе убили. Ой, это проблема уже. Я сейчас такого типа убил вообще. Сука, вот я... Блять, я еще раз говорю, броня тратится, придурок! Первый раз не потратил, тебя орать не начал, поэтому сейчас она потратится, придурок жирный! Знаешь, в чем? Ау. Ты не записал, да? Нет, у меня 11 новых предметов. А, потому что ты обменялся, я понял. Хочешь, расскажу, какие? Я сейчас сам посмотрю. Откуда столько? Мне парень выдал сейчас 10 пушек. Кто? Подписью. Да? Живей, да что-нибудь? Да за что эти игры? Ну, блять, я тебе столько званий апнул. Нет. Вась, ну пожалуйста. Нет. Новых предметов 18. Чего он тебя там повыдавал? АВП! Пиксельный! Камуфляж! Розовый, блин, Вася! Pink Paradise. King Paradise, Вась, пожалуйста! Парень мне пишет, я тебе потом Сайрекс подкину. Какой? Ой, господи, боже.
вообще? Он там меценат, ничего я не понял. Он меня спрашивает, тебе из игр что-нибудь нужно? Borderlands 2 можно на самом деле так. Я хочу этот Rainbow Six новый. Не плачь. Да, не нос заложен, я охренел от такого, да, Авик. Он купит мне Rainbow Six. И Borderlands еще попроси. Просто у парня на 300 подписчиков его подгоняют там на 3 косаря донат. Вот это хорошо, конечно. Парень только что сам зашел в Rainbow Six и мне подогнал подарок Rainbow Six. Че, серьезно? Я принимаю. Спроси про Borderlands, брат. Да заткнись. Просто погоди, сколько этот Rainbow Six сейчас стоит? 2000. Он только вышел. Насколько парень надонатил? Может, он выиграл миллион и раздает нищим. Так возможно, на самом деле, реально. Где-то 5, скажем, да. Он на меня сейчас потратил. Где-то да. Блин, это же вообще охренеть.